Всем привет! Меня зовут Алона Агаджанова. Это очередной выпуск рубрики «Массовый приход», в которой мы освещаем событийный туризм на Северном Кавказе. Сегодня мы приехали в Ессентуки, спортивный зал «Кавказ-Арена». Здравствуйте! Сегодня на Кавказских минеральных водах впервые состоятся уличные бои без правил стрелка, мероприятие, которое уже приобрело международный формат. Но прежде чем выйти на ринг, участники должны пройти регистрацию. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Я Олег. Из какого вы города? С Нальчика. Приехали вот сюда на соревнования. Это первый ваш опыт? Да. Именно в этом ринге около 50 соперников будут доказывать свое превосходство. Вся фишка в том, что здесь участвуют не только профессиональные спортсмены, но и те, кто не имеет к боям никакого отношения. Процентов, наверное, 90. Это вот простые менеджеры, это простые там водители маршрутки, простые, наверное, журналисты со СМИ, даже есть преподаватели из университетов, но которые ходят, сами для себя занимаются, а здесь, ну, как сказать, немножко, наверное, самоутвердиться и проверить, чему ты научился на тех же самых секциях единоборств. В уличных боях без правил не существует раунда. Победитель определяется после первого решительного приема. Вообще легкий был соперник. Из-за этого особо не удалось поработать. Хотел, чтобы чуть пожалее был, чтобы поработать можно было. Сказали, хорошие будут соперники. Ну, как первый раз турнир провел в Ставрополье, наверное, не все об этом знают. Думаю, в следующий раз соперники потяжелее будут. В нашем ринге нет проигравших. Каждый победитель, потому что найти в себе мужество, выйти, ты не знаешь, что там. Где-то тебе не 3 минуты там в боксе, там 4 минуты там в каких-то единоборствах. Здесь идет до решающего события, то есть до победы, то есть до конца, бой до конца. Борьбы не хватает. Было страшно, больно? Не страшно, не больно. Спокойно, все хорошо. То есть теперь ты будешь занимать упор делать еще на борьбу, чтобы совершенствовать? Да, конечно. Еще раз больше, чем? Конечно, да. Oh,
совершает уличный бой без правил, бой из толпы. Для вас работала Илона Агаджанова. До новых встреч!